Есть миллион вариантов движений руками и кистями рук и нежными ладонями. Давайте рассмотрим некоторые из них. Ведите ладонью по воде. Она как бы плывет по волнам. Представьте, что под одеялом лежит таблетка. Вращая, ведите ее к себе. Я не хочу, чтобы вы брали эту таблетку и обхватывали ее пальцами. Следите за тем, чтобы одеяло оставалось плоским. Вы нежно плывете по небольшим волнам. Небольшие волны на воде. Опустите руку. Вы можете плавно опускать ее по волнам, и это чудесно. Добавим небольшие движения запястьем. Рука при этом остается почти прямой. Она плывет по воде, и ничего не хватает. Движение идет от запястья. Затем основание ладони, пальцы лишь следуют за ладонью. Как будто падает опадающий лист. Небольшое вращение запястья. Вы должны знать, что в ладони очень много энергии. Вот здесь. И вы ведете ее по кругу. Энергия находится здесь. Пальцы следуют за ладонью. Теперь поднимем руку и сделаем более широкое движение. Немного больше открываем пальцы и вращаем ладонь внутрь по большому кругу. Идем по кругу. По кругу. Опадают прекрасные лепестки цветов по мере того, как мы опускаемся вниз. As we're moving down.